Сегодня центром внимания временно исполняющего полномочия главы Кунгуром Вадима Лысанова стали строящиеся спортивные площадки вблизи городских школ. Работы идут вблизи лицея номер 1 на месте бывшего детского сада. Срок окончания строительства – сентябрь текущего года. Но подрядчик обещает успеть сделать подарок детям к новому учебному году. В разгаре строительства и вблизи гимназии номер 16. Здесь работы должны быть завершены уже в течение 2 недель. Подробности поездки в завтрашнем выпуске «Города новостей».